Тверская область оказалась на 34-м месте в рейтинге регионов по доходам населения. Их оценивали по соотношению средних доходов к потребительской корзине. Как сообщают аналитики, согласно официальной статистике, во втором квартале текущего года среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47 тысяч рублей в месяц. Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний ежемесячный доход жителя региона составляет аж 140 тысяч. Напомню, в Верхневолжье средняя зарплата составляет лишь 50 тысяч рублей в месяц. Хотя данные по этой цифре в различных источниках разнятся, и некоторые из них пишут, что средний доход тверичан едва ли дотягивает до суммы в 39 тысяч. Между тем, согласно сентябрьскому опросу, среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц.